Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по головоломке Pudding Monster. Пудинговые монстры. Мы в окрестностях, пройдем последние 5 уровней сегодня и будем переходить к экскурсии по городу, то есть в окрестностях города мы. Что ж, приступим. Удар Пудинга. Ух ты, смотрите, как они получаются какие-то. А как тут быть? Вообще без понятия. То есть так он отскакивает. Так тоже. Так. Отскочил. А, вот, ясно, как он отскакивает. Пока первый вариант это с двумя звездами. А всего здесь 4 варианта. Хорошо. Так, ну что ж, смотрите, так получается. Так. Это вниз. Как мне сделать так, чтобы они были... О, вот, на 3, отлично. Такая палка большая получилась. Лозина. Как-то палочка-воспиталочка. Так, что дальше? Давайте с одной звездой. В принципе, все понятно. Так, с одной звездой нет, непонятно. Придется делать вообще без звезд. Тоже нужное дело. Тоже сделаю палку, только теперь с другой стороны. А, и теперь с одной звездой. Нужно просто не спешить. Как-то вот это дело все разрулить. Подождите, а если сделать... Как-то... Ай, нет, без звезд получилось. Ну ничего, монетки зарабатываются на этом всем. Так, раз, два. Раз, два. Оп. И одна звездочка, все. Такой прямоугольник у нас получился. И первый уровень сегодня, на удивление, прошел гладко. Так, я не глянул цели, конечно. Ну, по-любому, наверное, 3 будет цели. Нам нужно как-то их в ряд выставить, да? Вот так вот. Оп. Теперь, наверное, вот так. Вот так. Ой. И вот так. Все. 3 звезды сразу. Получил. Так, теперь нужно без звезд. Ну, без звезд, по-моему, вообще элементарно, да? То есть вот так мы все... скидываем, блин, нет. Нет, да, получилось. Все, вот у нас без звезд. Пистолет, кстати, пистолет получился. дальше. Одна звездочка. Так, смотрите, вот у нас получается. Одна звездочка. Есть такое. Бумеранг прям. И теперь нужно сделать с двумя как-то. Интересно. С двумя. Как же быть? Так, получается. Раз. Два. Три. Ай, нет, неправильно. Думал правильно, а оно неправильно. Придется переигрывать. Тоже пистолет, только перевернутый. С двумя звездами. Думай, думай. Как тут быть? Так, раз. Нет, опять я неправильно все начал. Тут должно быть все четко. Нужно фигуру сверху построить правильно, чтобы потом все получилось. Короче, можно вот так вот наш бумеранг сделать и переигрывать. Так, две звезды. Не знаю. Вот, допустим, пробуем. Пробуем. Как же мы это пробуем? О, вот. Вот. Придумал. Смотрите, вот они, две. Две. А теперь просто вниз. Оп. Все, есть 3 звездочки. Две. Супер.
Идем дальше. Настоящая радость. Ого. А, ничего себе. Так. Так. Тут... Пока без вариантов. Вот, это одна звезда. А тут тоже 4 варианта. Ничего себе. Так, как же быть? Даже не знаю, честно. Получается, вот так для начала делаю. В любом случае, их нужно вниз отправлять. Все причем, да? Вопрос в том, как дальше быть. Получается... Не знаю. А, кажется, знаю. Блин, только это нужно было делать по-другому. Получается... Нет, снова не так. Ладно, сделаю вообще без звезд. Тоже вариант такой нужен. Теперь 2 и 3 звезды, самое тяжелое. Так, смотрите, что мы пробуем. Я сам даже не знаю, что мы пробуем. Вот вообще вариантов нет. 2, 3. А ну-ка. Начинаю. Так, получается, его нужно, наверное... А, кажись, начинаю понимать. Так, раз. Два. Допустим, вот так вот я. Раз. Но опять же, тогда, получается, я не смогу... А, вот эти. Никуда деть, да? Они просто... В воздухе зависнут. А, караул. То есть мысль понятна, но не до конца. Раз, два. А что если начать делать с крайних? Вот так, допустим. Вот. Что дальше? Без понятия. Так. Это сюда. Это сюда. Вот, получается, на 2 я придумал. Какая прикольная конструкция. А теперь на 3 нужно, но это вообще тяжело. Вот как-то так, как я уже делал, только вот нужно теперь додуматься. А вы знаете, на 3 звезды это вообще кажется легче всего. Смотрите, что мы делаем. Просто вот так их все вниз опускаем, потом соединяем, вверх поднимаем, вот уже 2 звездочки есть, и последний глазик, а к 3-й звезде вот так притарабаниваем. Все, супер. Так, получается, осталось пройти 2 уровня у нас в окрестностях. Пока проходимо, то есть не сказать, что прям легко, но проходимо. Быстрый глаз. Ого, не понял. Как это? Как это? Что это? Типа так... Так, как-то... А, получается, глаз держит всю эту конструкцию, да? То есть нам нужно... Нам нужно как-то... Это все вверх отправить. О, вот, смотрите, вот. Вот так раз. Теперь его вверх. И вот так. И вот на 3 звезды получается. Прикольно. Тут тоже 4 варианта. Обалдеть. Класс, мне нравится. Я понял. То есть вот мы вот так эту конструкцию все смещаем. А теперь нам нужно просто вот уже как-то с ее помощью. Вот, допустим. Нет, так не получится. Теперь вот 2 звезды. Есть такое? Без звезд, вообще интересно. И с одной звездой. Принцип тот же. Так,
Ну, опять же. Вот без звезд, как быть здесь? Не-а. Видите, не получается. Снова то же самое. Не-а. Никак я не подкрашу ее, да? А если попробовать выше как-то ее поднять? О! Вот и одна звезда. Отлично. Все-таки добился своего. А теперь вообще без звезд. Ну, где-то что-то я понимаю, как оно должно быть. Но нужно это все воплотить. А, в жизнь. Опять сюда. Так. Нет, нет, нет. Смотрите, получается, нужно, наверное, вниз. Теперь. Нет. Нет. Скорее всего, нет. Опять 25. О! Вот, без звезд. Я же говорил, что где-то что-то у меня крутится в голове. Но теперь оно все воплотилось в результат. Так, три звезды. А раз, по-любому нужно так как-то. Ой, только теперь вверх не получится, да? Не так надо было. Ай-яй. Никак. Переигрываю. Хотя... С другой стороны, как-то же нужно... А, вот так, наверное, нужно, да? Вот так теперь. Вот так. Ага, тот теперь не сможет. Блин. Значит, нижний сначала нужно было. Отправлять. Он, видите, раз и все. Сначала отправляем нижний. Теперь вот так. Теперь вот так. И теперь вот так вот по кругу получается, да? Ну а теперь тут нам уже сколько всего нужно. Мы можем сделать, допустим, две звезды. Есть. Тут всего три варианта. Без звезд, две звезды, одну звезду не получается. Так, ладно. Продолжаем. То есть так. Допустим. Так. Так. И вот так. И смотрите. Вот мы без звезд делаем. Элементарно. И теперь с тремя звездами. По-моему, тоже несложно. То есть все, как мы уже делали. То есть теперь вниз, сюда, сюда и сюда. То есть последний уровень в этих окрестностях оказался самый-самый легкий, да? Класс. Так, ну в предыдущих намучился. А экскурсия по городу. Открываем ее за 3600. И у нас какой-то магнит, да? Ничего себе. А, не, магнит-то ниже. Тут что-то другое. Смена курса. А, типа конвейер, да? Ух ты. Там стадион нарисован, прикольно. Это три звезды, а нам нужно теперь... Еще без звезд, одна и две. Да понял, я понял. Как же это сделать-то? Ха. Интересно. А эти домики, они, подождите, они... А, в домике можно упираться, тю. Только теперь не получится, немного неправильно сделал в начале. Видите, он улетит теперь. А, получается, мне нужно... Тебя, куда мне тебя нужно? Вот так, допустим. Вот так, смотрите. О, все. Вот, без звезд. Понял, крысь. Сразу нужно вникнуть немного в новых этих помощников. Так, теперь нужно... Ой, неправильно я сделал, честно. Нам нужно... Неправильно, лучше сразу переиграю. Так, получается, вот крайний. Вот так. Раз. Все, это две звезды.
И осталась одна теперь. Понял. Смысл где-то такой же. Получается, верхнюю я вот так ставлю на край. Теперь. Эту сюда. Нет. Не получится, вы знаете. Не получится. Видите? А, никак. То есть либо две, либо без. Нужно думать. Так, она должна быть на краю. Да-да, это не получается. Она должна быть на краю. Хорошо. Тогда мы делаем вот что. Оп, вот она на краю. И вот она, одна звезда. Отлично. Пролучилась. Так, спутник. Ого. Там какой-то шатер. Так, ой. Не так, вы знаете. Блин. Ладно, две звезды. Я думаю, здесь вариантов три звезды и без звезд. Так, нам нужно сначала вот так сделать. Вот вам три звезды. Вообще элементарно. Груша целая, да? И без звезд смотрим. Как же без звезд? Без звезд. Вот так. Ну, не знаю. Неправильно, наверное. Да не наверное, а точно. Так, без звезд. Бум-бум-бум. А что тут думать? Ой-ой-ой, она ж уехала. А, отталкиваются. Ладно, хоть не тратить ходы, зря монеток заработаю. Без звезд, оказывается, так непросто, да? Что же делать-то? Без звезд, я пока не понимаю. Да. Никак. Ай-яй-яй. Что же делать? Без звезд, надо подумать. Вариантов-то, в принципе, немного. Стоп. Их вообще... Всего один. Вот так раз. И легко пройдено, да? Класс. Так, время разбрасывать камни. Серьезно? О, это ж этот... Смотрите, как он сделался, да? Вообще класс. Так. Ой, он уже... Ну, короче. Как-то так. Тут четыре варианта. Здесь придется помучиться очень серьезно. Просто вот... Раз и все. Так, а можно вот так еще сделать, да? Что, опять одна? Блин. Нам нельзя касаться этих вот стрелочек. Иначе дело пахнет керосином. Во-первых, можно так еще сделать, да? Во-вторых... Вот так, и вот так. Все, три звезды есть. Еще какое-то строение. Теперь две и без звезд. Хорошо, две и без звезд. Так. Две, 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 две. Ну, принцип, я думаю, где-то такой же, да? То есть мы... Вот так делаем. И вот так. Получается две. Теперь вообще без звезд нужно. Это будет уже тяжелее. А может и нет. Так, вообще... Вообще непонятно. О, смотрите, делая вот так. И делая вот так. Теперь отправляю его опять. Ага, так нельзя. Видите, он... Не хочет. О, получилось. Хочешь, не хочешь, надо. Есть такое слово волшебное. Так, еще два уровня нам нужно пройти сегодня. Ого, телепорты эти. Стоп, я уже не помню, как они действуют. Ой. Они чисто вниз.
А, так, телепорт, телепорт. А, ну вот, без звезд. Ясно? Хорошо. А, тут всего вариант, кажется, без звезд и 3 звезды. То есть других вариантов здесь нет. Так, хорошо. Вот здесь пока вообще без вариантов. То есть нам нужно... Ага. Как же вверх туда? Вон. А, там домик. Тю, блин. А я про него все забываю. И вот. Вообще элементарно, да? Уровень прошелся за там, минутку буквально. Супер. Ну и последний уровень сегодня. Это... Тут без каких-то осложнений. Так, так, так. А, только я эту звезду теперь не выведу, да? Снизу. Видите? То есть нужно его как-то совмещать. Так, допустим, пока. Теперь нужно думать, куда я, в какую сторону. Бэмс. А, две... Короче, две звезды получается. Тут четыре варианта. Как же быть? Наверное, не так. А, это нужно было наоборот делать. Ладно, я попробую по-другому. О, прикольно. А вот три звезды, кстати. Теперь одна и две. И без. Без вообще, смотрите, как легко. Вот уже результат. А теперь одна. Так. Одна, одна, одна. Интересно получается. Смотрите, получается, мы делаем вот так. И вот так. Вот вам одна звезда. Просто, вроде бы просто. Вот как-то так получилось. В принципе, без особо каких-то запарок 10 уровней прошел. Но это еще не все. Впереди еще много других интересных уровней и сложных. А если вам нравится Паддингтон Монстры, то поддержите очередное видео своим лайком. А ну оставайтесь с нами, скоро продолжение. Пока-пока.